Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это бусы «Звездный альянс». Любая женщина хочет быть стильной, модной и яркой. Подчеркните свою индивидуальность и, конечно, выбирайте бусы «Звездный альянс». Это новинка сезона, и это коллекция полная. То есть это и браслет, и серьги у нас есть в наличии, ну и, конечно, само потрясающее колье, многослойное, да, сложносочиненное. Представляет сегодня эту коллекцию эксперт рубрики украшений на телеканале Shop&Show гемолог, ювелир, дизайнер Надежда Баляева. Надя, расскажи о ней. Итак, сегодня действительно трендовые бусы-трансформеры. Это сразу 4 роскошных разных образа, и я сейчас буду демонстрировать их. При этом вы можете выбрать для себя гипоаллергенный сплав и бирюза, либо на выбор еще есть коралл. Смотрите, первый вариант – это сразу и цепочка, и роскошные бусы. Очень удобно, широкий замок, надежный. Вы можете снимать его, это он и есть наш трансформер. Мы расстегиваем удобным движением и, например, уже меняем здесь варианты. Смотри, можно надеть их как только нить. Смотрите, вот Ксения, например, примеряет роскошную нить. Уже один образ бусы с натуральной прессованной бирюзой. При этом второй образ мы берем, оставляем только цепочку, потому что можно отстегнуть полностью бусы из натуральной бирюзы. И у нас роскошная длинная цепь, которую можно, знаешь, прям приятно прикоснуться. При этом она действительно очень длинная. Далее мы можем свернуть и развернуть этот образ совершенно по-другому. Ксения, прости, дорогая. Смотри, вот так уж, да? И тоже это еще один образ. У нас уже более широкая, роскошная цепь, колье. Так модная в этом сезоне. Либо мы, например, можем разъединить их полностью, да, как мы уже и говорили, и надеть сразу обе. Это будет у вас сразу и роскошная удлиненная цепь, вот она, которая подстроится под любые абсолютно ваши образы, и натуральная роскошная бирюза. Я знаю, как вы любите бирюзу, я знаю, как вы любите кораллы, так здесь еще кроме бирюзы есть лава, лава с золочением. Друзья, 4 украшения вы получаете сегодня по одной цене. Это главный товар дня в рубрике «Украшения». Самая выгодная покупка в течение дня на телеканале Shop&Show. Это бусы, колье, трансформер, звездный альянс. Заказывает только одни бусы. Вы получаете 4 совершенно разных образа. То есть 4 в одном. Делим эту цену на 4. Успейте дозвониться сразу. У нас есть 2 модификации на выбор. У нас есть кораллы, яркие, красные, алые, сочные, да, страстные. Посмотрите. Летом, сейчас, с красным сарафаном, с белой одеждой. Это будет смотреться невероятно сочно. И у нас есть потрясающая, омолаживающая, яркая, вселяющая оптимизм бирюза. Яркая, невероятно, потому что я обожаю и бирюзу, и кораллы, поэтому присмотрите сразу оба варианта для себя. Кроме этого, у нас из этой коллекции есть серьги-трансформеры. И браслет, посмотрите. Вот он, роскошный браслет. Причем браслет, он тоже выполнен у нас с натуральными камнями. Это важно подчеркнуть, с натуральной лавой в золочении. Еще и 2 ряда цепей. Браслет удобно надевать и снимать. Он на таком же крупном замке, как, ну, соизмеримо, конечно, на браслету. И он тоже трансформером является. Вообще, ты знаешь, хочу сказать, что я где-то читала научный даже доклад, но это был не сильно, не про какую-то сложную материю, да, а именно вот про мод, про тенденцию в жизни, что все, что трансформеры, сегодня самый главный тренд, то, что может меняться, подстраиваться, служить в нескольких сразу ипостасях. Более гибкое украшение, действительно, да, да. Ты приобретаешь одно, а у тебя оказывается сразу 4 в руках, которые ты можешь сочетать, можешь носить как одно. И натуральные камни, они дают нам энергию. При этом цепи невероятно популярны в этом сезоне и будут популярны в следующем. Ты знаешь, коралл и бирюза, на самом деле, это настолько важные камни, настолько, на самом деле, важные любимые камни в России. Коралловые бусы, бирюзовые бусы. А здесь у нас новые вени. При этом бирюза у нас известна еще с 6 тысяч лет до нашей эры. Представляешь, из Египта. И в Египте носили бирюзу и обожали этот камень. Причем
И само слово, например, если мы говорим о кораллах, то коралл – это камень путешественников. А у нас бирюза на нашей прекрасной Ксении. Само даже слово бирюза имеет персидское происхождение – фирузе или фируза, приносящий счастье, или пирус, приносящий победу. Такое название камня, оно на самом деле связано с такими, знаешь, очень глубокими смыслами, которые, конечно, как и все украшения, когда это украшение с натуральными камнями, это очень большой оберег, и при этом насколько это роскошно. Вообще бирюза омолаживает, мы видим с вами великолепную Ксению. Кстати, вот сегодня говорю весь день про Ксению, про нашу, и на предыдущей рубрике идет невероятно, конечно, а яркое, сочное коралловое украшение. Я обожаю красные цвета, вообще красная помада, красное платье, красные украшения. Это привлекает внимание. Посмотрите, как это смотрится богато, как это смотрится роскошно. Вы в таком украшении приходите на работу, весна. Допустим, я представляю вас, как вы идете к работе. Да, каблуки, это красивая одежда, это весенняя коллекция. И вот такое украшение, да все будут засматриваться на вас, посмотрите. Так, что такое прессованный коралл и прессованная бирюза? Кстати, да, вопрос хороший. Мы говорим натуральная бирюза, натуральный коралл, а написано прессованный. Да, что я сразу значит? И говорю, что коралл и бирюза натуральные прессованные камни. Это значит, что они изготовлены из органического материала, из бирюзы и из коралла, но при этом эти крошки, они спрессованы. И знаешь, что здесь прекрасно? Что сам коралл невероятно пористый по натуре. Бирюза, сам камень пористый по натуре. Здесь более устойчивая специальная обработка, такая, что он не будет разрушаться. То есть такая бирюза и такой коралл, они прослужат значительно дольше. Сохраняют ли магические свойства, сохраняют ли свойства литотерапевтов? Ну, конечно, да, камень природный, просто он составлен и спрессован. При этом это природная бирюза. И ты знаешь, бирюзы на самом деле остается не так-то много в мире, потому что месторождения раскиданы по всему миру. Слушай, при этом они, знаешь, небольшие залежи только. Да, поэтому успеваем, друзья, между прочим, все эти, ну, вот эти вот красивые камни, да, они исчерпаемы. 2499 рублей, 4 украшения мы получаем в одном комплекте, в одном колье, в одних бусах. Звоните и заказывайте.